Еще не остыли болельщицкие эмоции после вчерашней вечерней битвы, а уже пора готовиться к следующему сражению. Сражению, которое интригует хоккейные массы страны, независимо от текущих результатов противников. Сегодня на Татнефть-арене третья серия зеленого дерби в регулярке континентальной хоккейной лиги 2018-2019 годов. Акбарс, Салават Юлаев. Меньше суток для восстановления для игроков Акбарса. Это обусловило подготовку. Основная часть полевых игроков была освобождена от занятия на льду и проводила активную разминку на территории арены. По льду еще набегаются ребята вечером, это ж точно. Уфимцы прибыли в Казань накануне и проводили свою плановую утреннюю тренировку. Наши со стороны поглядывали на заклятых друзей соперников. Понимали, что вечером дружеские отношения останутся за пределами хоккейного корта. С каким эмоциональным настроем готовится к игре недавний юлаевец Вячеслав Основин, узнаем прямо у бортика площадки. Очень достойным. Очень хочется победить команду. Значит, сегодня от Основина надо ждать шайбы, передачи, хиты. Шайбы, передачи, будем стараться, самое главное, победить. Ничего, что меньше суток на подготовку было? Да, достаточно. Отменили раскатку, дают возможность побольше отдохнуть, поэтому силы будут. Дай бог, чтобы их хватило. И хватит. В итоге на лед все-таки вышли несколько игроков Акбарса. Здесь-то и стало окончательно понятно, какие изменения в составе грядут. Владислав Кара по традиции 13-м нападающим. Но ему бывает достаточно пары смен, чтобы забросить. Позицию Алексея Потапова в оранжевом звене нападения закроет Артем Михеев. Ну а в защите выйдет пара Романов – Манухов и Абросимов. Она заменит пару Пол Постма Андрей Педан. Вот, собственно, и все новости, которые сумели накопиться со вчерашнего вечера. Итак, все на зеленое дерби, ребята. Сегодня в 17 часов. Акбарс, Салават Юлаев. Айда, Акбарс! Айда воевать победу!